Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем с ивента. Давай посмотрим, кстати, у нас новое растение появилось. Это латука. Так, ну что же, давай посмотрим, что у нас тут за испытание такое. Шипастые лужайки вначале стоят. Окей. Так, ну что, рядок мы с тобой сделали, да? Из горохострелов. Давай, наверное, теперь их... Опа! А вот это с какого, блин, перепуга? Блин, только их тут мне не хватало. Давай, 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 расстреливаем. Так, сюда поставим. Сюда. Теперь сюда. Блин, а этих-то мы с тобой прострелить не сможем. И как прикажешь мне с ними бороться, вот с этими охламонами? Вот как? Ага, вот сейчас есть только, да, бомбить их? Поехали. Упс. Он успел поставить свою защиту. Он успел, но мы его уничтожили. Так, давай собираем монетки. Орех. Три стрел, пускай все это бомбит. Так, сюда, наверное, поставим. Ну... Поехали. Замечательно. Уничтожили эти машины, транспорт. Слушай, ну довольно легкий ивент, я тебе скажу, потому что уже все, последняя волна. Удобрения нам дали. Все, а нет, нет, ребята, еще идут. Еще идут. Так, может быть, хватит уже, а тут буянить. Минус, минус и минус. Все. Прошли. Действительно легкий ивент. Давай посмотрим, что нам здесь с тобой дадут. Угу. Катапульту мне дали. Еще одну. И 1000 монет. Ну что, я думаю, надо повторить. Ивент действительно легкий. Так, пускай мои ребятушки, сейчас мы с тобой рядок поставим именно из них. Тут еще шипы. Так почему-то они в самом начале даются. Против вот этих вот хорьков это было бы довольно неплохо где-нибудь вот здесь, вот посередине. Ладно, я думаю, разберемся. Сейчас пойдут эти супер-пупер машины. Вот они уже появились. И сразу же выставляют щит. Моментально. Так, давай, 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 давай этих хорьков бомбить. Без остановки. Так вот, сделал. Тихо, тихо, я уже думал, сейчас прогрызут, но нет. Ничего у них не получилось. Давай вот так вот сделаем. Сюда орехи поставим. Так вот. Блин, они специально, что ли, вот эти вот свои... защиту вот эту вот ставят, да, по ходу дела? Давай, 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 убирай, убирай свою эту ерундовину. Так, влупим, наверное, по полной... Блин. Хотя нет, все получилось. Все получилось, мы их уничтожили. У меня и денег-то ни шиша нету. Потому что, ребята, я все потратил на прокачку растений. Кстати, там, чтобы прокачать один из... А растений мне нужно, ребята, 10 тысяч монет. Это для следующей прокачки. Пока таких денег я себе позволить не могу. Ну что, как видишь, у нас все с тобой получилось. И давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, сумеречная катапульта 5 штук. И катапульта индюшек. Так, и 1000 голды. Ну что же. Неплохо, теперь давай посмотрим, что у нас с тобой есть за задание. Во-первых, можно сходить на арену посмотреть. Так, квест комплит. Что это я тут выполнил? Угу. Гемчики заработал, отлично. Так, что тут у нас? Бластбери Вайн. Я до сих пор еще вот эту не сделал, ребята. Вот этот вот квест не сделал. Так, ну что, будем, наверное, с тобой вот это вот делать. Обязательно, да? Так, возьмем с тобой бесплатное. Что? Вот, ребята, вот у нас
Латука, салат. Давай вначале бесплатный с тобой откроем пак. И посмотрим, что у нас тут будет. Пиньеточка. Так, 5 кокосовых пушек. И 5 первобытных мин. Окей, неплохо. Так, что у нас тут? Костюм. Шапка такая. Ну, прикольно смотрится. Я бы взял бы, если бы у меня были бы деньги. Если бы у меня были бы деньги, я бы взял бы. Правда, я не особо пользуюсь, конечно, этой редиской. Так, ну что? На арену зайдем, посмотрим, что у нас тут происходит, какие дела. Ага, 5000 можно заработать на старте. Так, у меня 2 перчатки есть. Плюс я еще, наверное, посмотрю рекламку, да, наберем перчаток и пойдем с тобой на арену. Итого, друзья, у меня 6 перчаток, поехали. Так, надо сейчас посмотреть и вспомнить, кто здесь и какие растения нам нужно с тобой брать. Угу. Так, ну давай, давай, хорош там 30 лет прогруживать. Ах, ё-моё, на воздушных шариках, блин, я вспомнил этот уровень. Так, смогу ли я его пройти? Не знаю, что-то я сомневаюсь. Если честно, возьмем катапульты с тобой. Предположим, сделаем так. Трындец, тут еще и пушки будут, да? Которые будут в меня швыряться мелкими. Может быть, взять арбуз? Не знаю. Возьму, наверное, вишню. И что бы еще бы взять-то, а? Призрака. Или мину. Вот хоть тресни, я не знаю, что тут брать. Давай, наверное, возьмем с тобой Дейзи. Хотя спрашивается, зачем здесь Дейзи. В общем, проверим. Тут у нас еще пушки с тобой на старте стоят. Ну, предположим, я поставлю сюда катапульты. Блин, тут, видишь, эти летающие будут. Будут летающие. Так, возьмем с тобой чертополох, сюда поставим. И Дейзи. Ну что, поехали, посмотрим, что тут у нас будет происходить. Ага, ага, летят сразу же, да? На воздушных шарах. Так. Предположим, подбили. Теперь сделаем вот так вот. Ну и толку. И толку от этого всего я, ребят, не знаю. Блин, все равно мелкие проходят, да? Наверное, надо было здесь больше ставить этих вот этих катапульт индюшечих. У, ребята, мы с вами проигрываем. Я имею в виду по очкам. Дейзи здесь явно не нужна. Так, ну попробуем, наверное, так сделать. Здесь, наверное, что-то нужно. Либо бомбы, взрывчатки, что-то такое. Потому что мы, опять же, проиграем. Посмотрим, что там, друзья мои, у нашего оппонента. Что у него за растения были взяты. Чертополох тоже, мне кажется, здесь не особо актуален. Да, не особо актуален. Ну, давай возьмем тогда так вот сделаем. Будем. Опа, еще и гаргантюа сюда притащили. Так, мы проигрываем с тобой. 36 секунд, ребята, до конца матча, да? И мы с тобой просто фейлимся. Ну-ка, попробуем так сделать. Блин, дали бы мне эту огненную. Во. Давай, поехали. Вот за счет нее только, ребята, мы и смогли немножко вырваться. 12 секунд. Если у нас все так и будет, мы с тобой победим. Мне кажется, здесь, наверное, надо было брать все-таки больше вот этих вот индюшачьих катапульт. Здесь мы с тобой выиграли. Давай посмотрим, что было у нашего оппонента. Какие он растения брал. Ага, вот какие он взял. В принципе, тоже неплохо. Так, ну что, мы с тобой получаем перчатки. Дальше у нас идут
4 конфеты. Будем, конечно же, их разыгрывать. А, еще 5000 голды мы с тобой зарабатываем. Вот это вот да, вот это хорошо. Деньги мне как раз понадобятся. Ну что, давай, наверное, как-нибудь с тобой немножко изменим тактику, что ли, или стратегию. Кого нам взять? Мины явно здесь не нужны, потому что здесь больше все-таки летающих зомбарей на шариках. Как бы нам это с тобой заменить? Это очень долго копится. Очень долго. Кабачок брать? Тоже пока не вижу смысла в этом кабачке. Вот эти вот не нужны, потому что я ими даже не успел воспользоваться, если честно. Также этих мы, наверное, с тобой берем. Кто у нас по воздушным бьет? Да по воздушным-то много кто бьет. Катапульты. Так, так, так. Может быть, нам что-то взять, например, перец? Что скажешь, а? Если я возьму перец. Перец. Да где же он, перец-то этот? Слушай-ка, а можно же, знаешь, что взять еще? Вот эту вот штуку. Она же тоже бомбит, да? Она шарики-то лопает. Можно, кстати, так сделать. И перец. Попробуем вот такую, ребят, стратегию. Я не знаю, конечно, что из этого получится. Будем смотреть. Все с тобой будем тестить. Ага, предположим, сделаем так. Плюс сделаем вот таким вот образом. И еще рядок из катапульт. Предположим, вот так вот, поехали. Будем с тобой смотреть. Так, бочонки. Пока вроде бы все нормуль. Да эти шарики будут лопаться сегодня или нет? Трындец, они не хотят просто лопаться и все. Индюшаты, это все понятно, они бомбят, они пытаются. Так, давай-ка с тобой вот это сделаем. Что-то нас, по-моему, друзья мои, переплевывает наш оппонент. Именно по очкам. Ну-ка попробуем влупить сюда. Вроде бы как бы и замечательно, и в то же время не особо хорошо. Все-таки была, наверное, первая тактика получше, да, когда у нас был чертополох. Здесь что-то я не вижу, чтобы у нас офигенно все было. Я же перец ставлю сюда, ё-моё. Ну да, тут нас с тобой проминают, как ты видишь. Тут нас прижучили. Причем очень хорошо. Нам не хватает финансов, вот что. Солнечной энергии не хватает, ё-моё. Вот почему у нас, друзья мои, происходит фейл. Мне, видишь, у меня нет энергии. И все. Бабах. Взрыв произошел. Ну все, тут, конечно, уже, ребята, большой очень отрыв. Мята это пока там перегрузится. Тысяча лет пройдет. Да, не хватает энергии. А где же я тогда там-то брал энергию? Что-то не могу понять. Вроде не было никаких проблем с этим совсем. Да, в 40 тысяч мы с тобой проигрываем, к сожалению. Сейчас посмотрим, что там у противника. Ну и чего тут такого, извините меня. Ну да, есть у него кукуруза. Странно, но взял он еще эту мину. Не могу понять, ребят. Да, я заплачу 20 гемов. Что-то не могу врубиться. И никто не берет. Причем, видел, подсолнухи никто не берет. Хм. Ладно, тогда и мы тоже не будем с тобой брать эти подсолнухи. Будем без них. Но видишь, у меня не получается. Они все равно проминают, продавливают. Может быть, если брать катапульту. Ну, тоже возьму кукурузу, предположим, да? Чертополох сюда возьмем с тобой. Так сделаем. Предположим, я здесь возьму сумречную. Вот это же у нас, да, с тобой отвечает за катапульты? Ну да. Вот эта вот мята отвечает у нас с тобой за катапульты.
Окей, давай попробуем. Поставим с тобой, во-первых, сумочные. Они очень хорошо бомбят. Потом вот этих, наверное. Потом, наверное, вот. Ой-ой-ой, ладно, фиг с ним. Сделаем так, так, так. Ну и рядок из мин. Так опять же не будет хватать у меня энергии солнечной, да? Опять в этом проблема вся будет. Ну что, поехали. Потом мы активируем с тобой мяту. И начнется тут у нас с тобой, да? Жаровня. Попробуем активировать, сейчас глянем. Но нормуль или не нормуль? Пока вроде бы неплохо идем. Так, врубаем наши кокосовые пушки. Давай, кукурузы, стойте, нахлобучивайте их там. Вот если бы у меня еще сумрачные катапульты были бы под усилением, было бы вообще прикольно, ребят. Ну, я имею в виду под лунным цветком. Было бы в разы лучше. И урона бы больше получали бы, да? Так, что тут происходит? Все равно, да, продавливают, проминают. А, летят супостаты. Чтоб их. Давай, 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 пушки бомбим. Не прохлаждаемся. Пока эта пушка спит. Сейчас, ребята, ее, да, уничтожат тут все. Все на свете подбомбят. Кокосики бомбим. И все, и вот здесь сколько там еще? 29 секунд, ребята. Ну тут и непонятно, тут они пройдут. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Давай, пушки, пушки, бомбите, бомбите. Но здесь мы с тобой опять с горем пополам, возможно, выиграли. Да. Небольшой, конечно, был у нас с тобой разрыв от нашего противника. Но главное, что выиграли. А он вон что использовал. Так, мы с тобой зарабатываем 4 конфеты. Так, ну что, наверное, надо нам с тобой дойти до пиньет, я думаю. Давай-ка мы с тобой дойдем до пиньет. Тизма против нас будет играть. Ну что же, тут, кстати, вот ребята сбоку всегда показано, какие растения рулят. Видишь, какие рулят? И какие не очень. Так что делай выводы. И очень мало здесь дают удобрений. Очень мало. Так, ну-ка посмотрим. Может быть, вот это вот убрать и взять вишню? Мину я тоже, ребята, как бы не особо успел использовать, но единственное, что она помогает нам на самых начальных порах, когда мы ее вот здесь вставляем, она, да, помогает. Но я думаю, что лучше, наверное, взять нам лунный цветок. Фиг его знает. Попробуем. Так, выставляем с тобой сумрачные. Плюс 2 лунных цветка здесь поставим. Так, куриные катапульты. Дальше пошли у нас с тобой кукурузные катапульты. Блин, я мины не взял, да? Я мины не взял. Я взял катапульты сумрачные. Ладно, фиг с ним. Попробуем так, ребята. Поехали. Поехали, сейчас будем смотреть. Так, мяту, может быть, влупить. Давай-ка, наверное, сейчас влупим с тобой мяту. Наше растение сразу усилится. Начну тут капитально бомбить. Он. Что делает, а? Шут гороховый там проскочил все-таки. Пробежал, так сказать.
Все, все вот из этих мелкашей. Они вредят, конечно, очень сильно. Ну давай, 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 родные мои, пушки к бою. Так, катапульт. Ой, катапульты. Ну ты понял, да? Давай сюда выставлять. Лишь бы бомбили. Лишь бы атаковали. Так, сумрачные катапульты. Давайте бомбите хорошенько. Очень мало здесь дают удобрений. Очень мало. Так, пушку съели. Одну пушку все-таки сожрали, а? Ты посмотри на них. Деремся, боремся до последнего. Не хватает энергии. Я бы сейчас бы давно бы уже сюда вишню бы применил бы, понимаешь? Ну, не хватает финансов. Так, катапульты, давай. Бомби. Так, пушки. Нормуль. Так, 8 секунд, ребят, остается. Возможно, победа будет за нами. Возможно, такой... Как говорится, вариант не исключается. Да, победа за нами. Ух, смотри, что у него. Ага. Он ведь брал кабачок, понятно все. Но, видишь, у него не получилось именно такой тактики. Я тоже пробовал, ребята. Фигня, пока вот это вот более-менее, которое у нас есть, она рабочая. Так, что мы с тобой тут получаем? 10 орехов. Маленьких. Так, бумеранг. И доисторическая мина. Которую можно, кстати, еще и улучшить. Окей. Так, ну что, мы с тобой получаем 20 катапульт индюшечьих. Итого у меня их становится 79. Слушай, ну 50 гемов тоже хотелось бы выиграть, да? Ну что, у нас с тобой еще 4 перчатки. Так, видимо, я кого-то могу улучшить. Они мне показывают. И кого тут... Могу персик улучшить. С другой стороны, зачем мне персик, да, нужен? Вот лунный цветок, ребята, 10 тысяч, прикинь, 10 тысяч, это на следующий уровень. Чего он так дорого стоит, не знаю. Ну что, давай тогда, наверное, с тобой все-таки попробуем еще разок этой тактикой отыграть. Возможно, у нас все получится с тобой. Как у нас там еще 4 перчатки, да? Так, возвращаем. Это единственная вишня, конечно, мне не особо здесь. Пускай будет. Ну что, вначале, как обычно, сумрачные, да? Они очень неплохо, кстати, бомбят. Особенно, когда под усилением именно лунного цветка. Очень хорошо выносят растения эти. Точнее, зомбарей. Так, кукуруза, кукуруза. Я даже не знаю, стоит ли... Ну, стоит, наверное, брать. Хотя... Вот так лучше сделаю я. Так, а теперь уже можно и вот этих вот сколько тут получается, по одной штучке, да? Ну что, вперед. Зажигать. Ну что, влупляем, влупляем, ребята. Ага. Влупляем, ребят, катапульту. Катапульту, кукурузу. Ну, все как полагается. Так, теперь еще этих бомбанем. Отлично. Так, лунный цветок поставим. Пускай они его пока едят, ребята. Мои растения хотя бы здесь немножко по ним побомбят. Что-то мы с тобой как-то уступаем здесь. Вроде такой запал у нас идет офигенный, да? Смотри-ка, мы, ребят, все равно проигрываем. Сейчас только немножко наверстали, вроде бы, но... Блин, пушки давайте. Так, сюда поставим лунный цветок, пускай он пока его там лопает. Пытается съесть. Ну вот как вот противник меня, блин, опережает? У него опять же, либо, ребята... Как сказать тебе? Мощные эти... Так, тихо, подожди, давай... Взорвали.
мощные либо карты у него, ну, прокачанные, я имею в виду, растения. Другой вариант я пока не могу здесь даже предвидеть. Видишь, что он делает? Мелких своих вот этих разбрасывает прыщей. Так. Не ту, вот эту надо, ребят, запускать. Катапульта. Давай, мята, бомби. Расстреливай там. Какое-то достижение, ребята, получил новое. Воу, я... прикинь, разница, ребят. Ты посмотри, на 100. На 100 очков. Нифига себе. В первый раз такая минимальная разница у нас. Так, и что он тут брал? Кабачок. Тоже брал сумрачную катапульту. Хм. Жучара, еще то он, да? Практически мою тактику стырил. Ну что же, мы с тобой еще получаем 4, сколько, нет, не 4, 3 тысячи голды, и это круто. В общую копилочку это все пойдет. Так, я уже на 6-м месте. Так, ну что, поборемся вот за эти пиньяты. Поехали. Поборемся с тобой за эти пиньяты. 3 огненные пиньятушки. Посмотрим. Ну там могут дать, ребята, всякое фуфло, если честно. А могут дать и хорошие вещи. Так, ну что, оставляем такую же тактику, ребята, да? Так, сумрачные катапульты. Ой. Поспешил чутко. Ладно, ничего страшного. Думаю, что здесь ничего страшного нету. Сумрачные катапульты. Давай еще, наверное, на рядок. Да, вместо вишни, наверное, все-таки можно было бы взять и мины. Как вариант, друзья мои. Ну, все, что смог, то сделал. Давай посмотрим, как у нас с тобой тут пойдут дела. Какой противник, что он там будет себя представлять. Пока, как ты видишь, мы бомбим. Так. Окей. Можно, в принципе, уже активировать. Как-то меня там уже противник переплевывает. Вот объясни мне опять, я вот этого не понимаю я. Как он меня переезжает? Что там за супер-пупер тактика, а? Так, индюшата, индюшата. Пушки бомбим. Это мы собрали, здесь взорвем. Окей. Так, тут умудрились все-таки пройти, а? Давай, 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 артиллерия, бомби. Блин, он от меня просто не отстает. Блин, да мят мне еще как до Китая раком, да? Ну да. Вряд ли я тут в ближайшие секунды. Тихо, подожди, вот тут надо. Есть. Нахлобучил партизан. Так, внизу пробирается. Внизу пробирается, может быть, нам с тобой... Да что она не активируется-то? Не, друзья мои, тут я проигрываю по всем фронтам. Я не могу, не успеваю добраться до него. Что-то оппонент меня тут, конечно, отдубасил по полной программе. У нас тут 1000 разницы. Это, конечно, большая разница, если честно. Сейчас посмотрим, что он там применял. Мне лично очень интересно посмотреть. Ну все, 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 хорош. Нифига себе. И что тут, и как? Да ну, ребят, это бред. Он не мог вот таким вот, вот такой вот ерундой выиграть. Набрать 332, почти 333 тысячи. Ну что это у него такое, ну... Не знаю, как такой фигней вообще можно было здесь выиграть. Ладно, я переигрываю, ребята. Орех этот. Ну да, орех, конечно, нельзя, по-моему, перелететь. Или можно? Я не помню. В общем, я менять ничего не буду. Я оставляю такую же тактику. Хотя,
Нет, не буду ничего менять. Ничегошеньки. Единственное, что вот этих вот можно было бы взять, конечно. Они вроде бы, ребята, уничтожают воздушных. Хотя я могу ошибиться. Слушай, а высокий орех, они пролететь же не могут, по-моему, да? Вот этот вот. Где он? Вот этот вот. Этот орех, по-моему, пролететь они не могут. Можно его взять. Как вариант, а? Что скажешь? Давай попробуем его взять для теста. Так, дальше что у нас там идет? Нет, не кабачок. Можно, конечно, вот эти взять. Ну, зачем? Почему он брал... А, я понял, для чего, ребята, он фасоль применял здесь. От мелких. Скорее всего, от мелких он ее применял. Но с таким успехом можно взять и бумеранг. Согласись. Нет, бумеранг это бумеранг, ребята. Берем с вами мяту, сумрачную катапульту, лунный цветок. И что у нас там? Кукурузу? Ну, кукурузу возьмем. Или вишню лучше. Пускай будет кукуруза. Поехали. Эксперимент, елки-палки, очередной мой, да? Я не помню. Нет, по-моему, не пролететь не могут. Орех вот этот большой. Они именно в него упрутся. Но зато, по-моему, мелкие могут перепрыгивать через него. Я имею в виду вот этих вот, которых выбрасывают из бочек. По-моему, они могут перепрыгивать. Что тоже не есть хорошо. Ну, поехали. Будем смотреть. Так, бочки еще, по-моему, к тому же могут, друзья мои, давить эти орехи. Так, ну что, влупляем. Вот так вот как-то делаем с тобой. Что там происходит? Я ничего не вижу, ребят. Ну, орехи они очень быстро смяли. Делаем выводы, от них толку никакого тоже. Вообще проминает, посмотри. Моментальненько. Так, кукуруза, кукуруза, сюда ее поставим. Блин, эта катапульта, она очень, ребята, долго отходит. Вот эта сумрачная катапульта очень долго отходит. Пока ты ее дождешься. Так, давай-ка мы, наверное, так сделаем. Внизу, внизу очень много. Ох, сейчас будут влуплять здесь. Ну и что? Так, нормуль. Катапульта, вы будете... Не, по-моему, здесь, ребята, намного хуже получилось, чем в тот раз. Чем в первые разы, я бы так сказал, даже. Да, посмотри. Да, мята, я даже дожил, а мне некем тут даже бомбить. Трындец. Ну и чё, и толку? Не, ребята, я уже вряд ли наберу тут преимущество. Очередной фейл. Блин, как они бесят вот эти вот. Жалко, нельзя кактус какой-нибудь, да, сюда воткнуть. Чтобы он эти шарики лопал. Ну, не знаю, ребят. Арбузы, да, арбузы, конечно, хорошо. Они дорого стоят. Арбузы, если тем более под мятой. Может быть, попробовать, кстати. Арбузы под мятой, которые дают, ну, ускорение на катапульты. Сейчас посмотрим. Так, убираем с тобой вот это вот. С этим орехом я, конечно, да, лопухнулся. 500 стоит, ты прикинь, он. Блин, дорого. Он один стоит 500. Может быть, нам проще вот так вот сделать?
Так, и... Нет, где этот у нас гриб? Вот он. Да не ты, вот этот вот. Вот так вот, если только. Так, а если я, например, еще возьму... Если я, например, еще возьму... Ну, вишню. Или бунг-чой. Бунг-чой мне там зачем? Возьму. Просто, ребята, опять эксперимент. Да и фиг с ним, что, возможно, неудачный. Я хочу, знаешь, что, вот бунг-чой вот сюда вот поставить. Так, для прикрытия. Сейчас мы посмотрим с тобой, что у нас из этого всего получится. Поехали. Давайте влуплять, что ли, я не знаю. Опять же, все не очень хорошо, конечно, все выглядит. Но просто хочется глянуть. Так, пушки. Бомбим. Вон эти гаврики идут. Вот из-за них в основном проигрываем. Они там проходят и начинают, ребят, бомбить все на своем пути. А это что, не справляется, что ли? Трындец, ребята. Бонг-чуя просто сносят. Он вообще ничего не успевает сделать. Вот так вот. Так что мы с тобой с этим экспериментом тоже лопухнулись, получается. Невыгодно его, короче, ставить. Ну, понимаешь, если бы я этого не попробовал бы, я бы этого не знал бы. Мне нужно было бы это посмотреть. Я посмотрел, я убедился, что это ерунда. Так что в следующий раз будем знать. А до мяты я так и не доживу, да, получается? Нет, какая мята, блин? Фиг ты до нее доживешь. Трындец, вот она. Только кем я тут должен бомбить, вот объясни мне. Тут уже бомбить неким. Опять фейлимся, ребята. Опять фейлимся мы. 122. Это же надо было вот в конце вот так вот. Да. Обалдеть. Нет, ребят, это не варик. Да, лоза, кстати, вот лоза была бы прикольная. Но ее нету. Блин. Я все гемы практически фейлил. Да ладно, не будем, ребята, продолжать мы с вами. Фиг с ними, с этими огненными, как говорится, пиньятами. Три раза сфейлился, блин. Жестко. Так, давай с собой заберем награды. Так, здесь тоже забираем. И пойдем с тобой на ивент. Так, ну что? Этот у меня до сих пор еще не пройденный. Что, будем пробовать, ребят? Давай попробуем пройти этот невыносимый, невозможный для меня ивент, который я просто не успеваю, друзья. Просто не успеваю среагировать. Мята, это все, конечно, хорошо. Блин, эти вот маги. Ужас. Поехали. Так, энергия, это все замечательно, все прекрасно, все хорошо. Так, уничтожаем эти надгробия. Так, везде эти орехи с тобой выставляем. Так, катапульты. Че, влупляем, наверное, да? Ты понимаешь? Пускай пока она бомбит. Будем почаще с тобой выставлять. Да и все. Ну что, опять бегут эти курицы, да? Смотрю, опять эти курицы никчемные бегут. Так, давай, наверное, вот так вот еще побомбим с тобой, сколько сможем. Так, выпускаем. Так, главное, друзья мои, смотреть
за этими курицами никчемными. И магов вот этих вот тоже нужно валить. Так, давай, 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 давай. Так, тихо, 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 курицы. Где опять эти? Трындец, сдуваем всех. Сдуваем, 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 сдуваем. Так, выставляем. Сколько их там еще, блин? Я не вижу просто, ребят. Так, сдуваем. Так, 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 куда бряхи? И опять сдуваем. Ну сколько их там еще, блин, а? Давай срочно выставляйте это. Сюда, сюда, все, что можем и не можем. Так, вупляем. Подобьем, успеем, не успеем, как думаешь? Ёпрсты, вот и прикинь. 10 тысяч почти монет я сфейлил на прохождение этого задания. Это трындец. У меня аж в горле пересохло, ё-моё. Переживания. Ну и что же мы с тобой получим за это? Давай посмотрим. Может быть, это все было зря. Так, мы должны с тобой получить... Оу. Слушай, ну уже 129 у нас с тобой индюшечных катапульт. Это круто на самом деле. Значит, скорее всего, мы с тобой откроем скоро, да? Что это у нас? Bloodsberry Wine. Что-то знакомое. Что же это за Bloodsberry Wine, а? Это случайно не тот цветочек фиолетовый, который уменьшает зомби? Сейчас я посмотрю. Тот или не тот? Ошибаюсь я или нет? Нет, это Виолет. А что же тогда за Вайн? Не помню. Ладно, мы сейчас будем все равно наверняка за него играть. Точнее, нам как бы дадут возможность сыграть им. Заодно и посмотрим. Так, ну что, друзья мои, поехали. Денег, правда, очень мало. 1250 голды. Слишком сильно тут не шиканешь. А, Bloodsberry Wine, это вот. Все, я вспомнил, ребята. Так, орехи, что ли, будут? Подожди-ка. Так, это у нас под удобряшкой. Это пригодится нам. Вот она, ежевика. Господи, вот как ее, ребят, величать. Куда я поставил? Зачем поставил ты сюда ее, а? Так, давай. Пускай здесь стоит. Слушай, а для чего? А, все, я понял. Вот так мы будем с тобой разбираться с этими панками. Ну и зомби, которые идут с ведрами на голове. По-другому и никак иначе, да? Ну что, влупим, наверное? Ох, как великолепненько это получается. Так, еще и призрака нам дали. Призрака мы поставим сюда с тобой. Удобряха. Слушай, а удобряху, если я вот сюда поставлю, как она будет бомбить? Оу. Вот так она все делает. Отлично. Так, давай, наверное, еще разочек с тобой сделаем. Тут и удобрение нам прилетело. Слушай, ну, первое задание было довольно легким. Согласись. Мы уже практически прошли. Остаются тут вот крохи. Я единственное не могу понять, зачем нам здесь выдавали вот это алоэ. Обычно алоэ предназначается, ну, для орехов. А тут почему-то его вот так поставили. Ладно. С ними, как говорится, не поспоришь. Ну, давай последнего фараона бомбим и все. Переходим с тобой на следующее задание. Есть. Уничтожили.
Так, их будет 5. Еще 4 остаются тогда. Давай, давай, давай свои серебряные монетки. Окей, двигаемся дальше. Так, второе испытание. Что у нас здесь? Какой нам подвох сейчас будет? Ого. Орехи. Арахис, да? Твою ж налево, блин. Так, ладно, давай выставлять. Подожди-ка. Слушай, а этот же у нас... Так, под катапульты, значит, получается, все у нас, да, будет идти? Под катапульты. Значит, нам выгоднее вот так вот делать. Упс, этого мы не пробьем. Придется замедлять. А как, блин, мне его сейчас уничтожать-то? Давай, 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 растение, родное мое, поедай его. Фух, успели. Будешь там 3 часа его пережевывать сейчас. Так, удобряхи, все как полагается. Блин, опять. Ладно, я думаю, ежевика здесь его подобьет. Давай, съедай. Там что, уже гаргантюа, что ли, где-то... Где-то прет. Ну... Я думал, они сейчас просто уничтожат мне этого. Нет, они не успели. Курицы эти противные. Так, дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Куда ты так пришел еще, а? Давай, 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 родные мои, бомбим. Сюда поставим, так, замедляху. Вплевывает голову еще в конце, главное. Так, эти все у меня стоят, да? Давай сюда сделаем. Блин, денег мало. Сюда влупляем тогда. Ну? Да ты еще своего мелкого этого ханорика бросаешь мне. Есть. Так, подожди, еще не все. Радуйся. Давай съедай. Блин, ну мог бы и вот этого слопать-то. Ладно, заряжаем. Фух, опять же чудом. Друзья мои, ну денег нету. То есть в следующем испытании, не дай боже, там где-то понадобится заклинание, я не смогу ничего сделать. Вот и все. Просто сдаться придется. А я не хочу. Ладно, третья миссия. Что у нас тут? Покажите мне, пожалуйста, быстрее. Твою ж налево, там горгон... Ой. Так, ну ладно. Ага, перемещается и так, все отлично, ребят. Сюда давай выставлять. Кстати, нам бы лучше бы, конечно, их прокачать. Потому что это как бы основа, да, идет, но... Ладно, ничего не поделаешь. Этот еще с факелом там идет, да? С факелом нужно чувачка уничтожать. Так, наверх. Так, вот будем с собой сделать. Они как бы сами по себе, да? Они независимые. Не обязательно им там ставить на растение или еще где-нибудь. Так, будем укреплять их. Опа. Кирпичноголовый идет. Так, с этим надо, ребята, как-то побыстрее заканчивать. Он сам по себе просто очень крепкий. Ну, конечно, это еще не все, елки-палки. Конечно же, не все. Пруд. Так, давай, вон там, вон гаргантюа у нас, видишь, идет. Надо с ним разбираться как можно быстрее. Давай так сделаем. Да ладно, морковка... О! Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо здесь этих огненных. Давай оттолкни ты их. Все, молодец, красавчик. Трындец. Так, как ты у нас обработаешь? Я уже забыл. Ага, вспомнил. А почему... Почему ты его не откинул? А ведь должен был. Так, давай, родные мои, вниз. Внизу их дофигища. Так, бомбим.
Бомбим, бомбим, бомбим. Без остановки, правильно, вот так вот. Опа. Хлыщ, а ты посмотри на него. Пробежался, как он успел это сделать? Объясни мне. Что-то тут жестко как-то все, а? Этот еще со своим огнем, блин, идет. Потушить-то я, естественно, не могу. Так, сюда переходим. Сюда, видишь, гаргантюа идет. Гигантский, здоровый. Давай, влупляй сюда, бомби. Заморозка что-то как-то слабо сработала. Так, укрепляем. Это последний, надеюсь, зомби, да? Последняя волна, я имею в виду. Да, последних зомбиков с тобой расстреливаем и все. Так, опять же какое-то новое достижение. Подсквад. Ну, неплохо, друзья мои. Открываю какие-то новые достижения. Хотя уже играю в эту игру практически год. А может чуть меньше. Ну, долго я в нее играю. Так, ну что, переходим с тобой на четвертую миссию. Давай смотреть, что у нас тут. Самая последняя, конечно, миссия будет жесткая. Ох, гаргантюа-робот. Будут лазером уничтожать все издалека, да? Опа. Огненная катапульта, друзья мои, усиленная. Под удобрением. Это меня радует. Это меня очень радует. Так, давай, наверное, сделаем. Ага. Так, Уайн, вставай сюда. Сюда следующую поставим. Воу-воу-воу-воу. Инди-зомби прилетел, да? Да ладно. Ну, серьезно, что ли? Тут еще и заморозка, оказывается, будет у нас. Так, влупляем. Но этого-то будем уничтожать сегодня или нет? Уничтожаем. Но только еле-еле, ребят. Давай, наверное, вот сюда еще удобрение. Ой, удобрение этот. Супер ячейку сделаем. Нет, 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 нет. Не получится у вас нас заморозить. Как бы вы там ни старались. Ни в какую. Мы не будем сдаваться. Отлично. Блин, а вот это вот плохо, что там, видишь? Вдалеке идет гаргантюа. Вот он начинает жарить уже. Отбиваюсь как могу. Где он там идет? Блин, да они там... Они везде там идут. Влупляем, ребята, влупляем по полной программе. Просто без остановки. Напитки из черноголовки. Ну... Ну вот тут идет ханорик, блин. Во, все, подбили его, молодцы, красавчики. Мне бы удобряшечку, бы удобряшечку, понимаешь? Было бы счастье. Но ее не дают. Ее нам не дают с тобой. Окей. Так, последний, что ли, остается? Да неужели? Друзья мои, я прошел этот уровень благодаря тому, что у нас с тобой... Огненная катапульта, да, этот перец болгарский, был под удобрением. В любом другом случае, я думаю, что вряд ли бы у меня получилось пройти. Так что будем считать, что нам повезло. Ну что же, последний у нас с тобой опыт, последняя миссия. Если мы сейчас быстренько пройдем. Так, там маги, буйволы, ё-моё. Так, ну что, будем брать с тобой все растения, которые у нас есть под удобрениями. И главное, не сфейлиться еще. Так, сюда. Бонг-чой у меня идет здесь, да? Кто там? У нас идут маги. Там идут маги. Твою ж налево. Ну вот что здесь еще можно взять, а? Ну вот что? Буйволы, блин. Просто не знаю. Все мяты запрещены здесь. Ну ладно, возьму мину.
Зачем я его взял? Возьму Лаву Гоу. Вот так вот может быть. Черт его знает. Там еще пираты. Господи. Так, Репик. Понял я. А Репик, значит, ребята, нам нужна здесь энергия, то есть подсолнухи. Ну где мой доисторический подсолнух? Давай. Ты же третьего уровня. А этот какого у меня? Тоже третьего. Let's rock. А что сделаешь, друзья мои? Другого варианта нету. Так, спасибо, то, что вы начали мне давать энергию. Это, конечно, все мило с вашей стороны. Будем пока выставлять Уэйнов. Так, идет. Хлыщ. Захотел энергию стырить у меня, а? Давай, 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 давай ему. Блин. Это с бочки идет. Ладно, если что, он взорвется, ребят. А удобряшка. А, вот как раз у него удобрение это и есть. Ну что, сдуваем его тогда, получается. Давай, Бонгчой. Наяривай там. Всех их в мясо, как говорится. Так, подожди, подожди, подожди. Что-то я хотел. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Кто там, Гаргантюа, что ли, уже прет? Ну да. Давай вот так вот сделаем. Положим. Так, сюда. Ну, куда ты вот прешь? Правильно, правильно, правильно. Сдувай их. Там маг этот еще стоит. Жик. Всех сдуваем. Так, опять этот Гаргантюа. Ну-ка, сдуй его, пожалуйста. И этих тоже здесь сдуть надо. Так. Ребята, я просто смотрю. Все отлично. Пока все хорошо, да, вроде бы? Опять прилетели. На большом вертолете. Бунг, что это там наяривает? Так, этого вырубили. Здесь мы с тобой забрали энергию. Блин. Давай вот так, наверное, сделаем. Окей, сработало. Так, мина. Слушай, по-моему, все отлично у нас получилось. И мы с тобой здесь побеждаем. Так, последний тут хлыщ. Все, мы его подбили. Фух, справились. Ну что, и сколько нам дадут? 50 семян, как обычно. Давай посмотрим. Да, 50. 50. В плане, я думал, что мы с тобой. Понятно. Получается, 50 семян на разные растения. Вот оно что. Ага, вот нам дали ежевику. Так, спорогриб. И последний это у нас могилоед. Ну вот, друзья мои, как-то так. Отлично. Так, и у нас остается с тобой эпический квест. Это у нас в Египте. Не знаю, может быть, в следующей серии мы обязательно с тобой его пройдем. Так, на сегодня, я думаю, наверное, будет достаточно. Хотя у нас еще с тобой есть на Пенни Пурсуит прогуляться. Но я думаю, что это тоже мы будем делать уже в следующей серии. Кто хоть разыгрывается здесь? Ежевичка. Угу. Ну, ежевика, ребят, ну как сказать. Да, в ней есть один большой плюс. То, что ее можно ставить вместе с другим растением. То есть ты ставишь ежевику на землю, да, а на это же место можно поставить любое растение. То есть в этом как бы есть плюсик. Так что, наверное, стоит все-таки побороться. Кстати, давай-ка глянем, что у нас на огороде творится. Потому что я очень много растений потратил. Ё-моё, очень много. Да тут половина огорода у меня пустует. Окей. Так, Жужу. Кого полить бы нам в первую очередь? Наверное, луковицы.
Так, опылили, все отлично. И хотел посмотреть, сколько нам с тобой нужно, например, для прокачки ежевики. Так, ежевика где у нас находится? Где-то, где-то, где-то. Вот она, да? То есть до третьего уровня нам нужно с тобой 80 семян. Ладушки, поборемся, но уже в следующей серии. Так что всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!